Свой подарок городу сделали и алексеевские спортсмены. Футбольная команда «Слобода» в рамках чемпионата Белгородской области принимала на своем поле игроков «Скифа» из Бессоновки. Первый тайм завершился со счетом 1-1 и дал надежду болельщикам обеих команд. Но во второй половине игры алексеевские футболисты в упорной борьбе забили в ворота «Скифа» подряд 3 мяча. Итог игры 4-1 в пользу хозяев.